Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Лара Крофт Расхитительница Гробниц. Ну и так, что у нас? Следующая миссия. Далее. Я уже давно не виделась. А что конкретно произошло, когда вы встретились с Такамото в последний раз? Он пытался сбыть поддельные реликвии периода Асука. А нормальных аргументов якудзы не признают. Но ты его отпустила. И теперь у нас с ним состоится важный разговор. Все сложилось как нельзя лучше. Так, ну поговорить надо. Так, я как понимаю... А, у меня ничего нет. Ох. Лара, у меня звонок от Нисимуры. Как это он ничего нет? Он у себя в офисе, одновременной связи не выйдет. Бармен скажет, где его найти. Как всегда. Два высших образования торчат вон. Всем на зависть. Не у каждой такие есть. Ухо-хо-хо. Не. Так сказать, Яна Кошкина. Вы как туда попали? Это вы что, прям по воде пошли? Это вода? Ага, нет. А так похоже на воду. Так. А куда мне надо-то? Добрый вечер. Я полагаю, что Нисимура-сан ждет меня. А, леди Крофт. Он в своем офисе. Через холл позади вас. Я сообщу ему о вашем визите. Немедленно. Давай. Позади меня. Ну-ка, вот здесь вот я хочу посмотреть сначала, что тут есть. Лифт. Ну, это сматываться. Если уж что. А, смотрите, прическа у меня то так, то так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Левая нога, правая нога. Давай, ты меня ждешь? Ну? Добро пожаловать, Лара. Тебе понравилась моя маленькая вечеринка? Я наслаждаюсь каждой минутой, Нисимура. Но когда приедет Такамото, мы можем доставить вам определенные неудобства, прошу прощения. Будь осторожна. Он становится опасным, когда его интересы пересекаются с твоими. Вы удивитесь, какой убедительной я могу быть даже с опасными людьми. Меня ты убедила. Я и сам могу быть опасным. Но, пожалуйста, отдохни, пока есть время. И удачи тебе. Ну, вот так, хорошо. Отдохнем. Чувствую, мне что-то приготовили. Неспроста это отдохните. Покороче, мисс Крофт. Как вы понимаете, мое время дорого стоит. Конечно, Такамото сам. Я ищу один предмет. Обломок меча. Находящийся в собственности университета Васеда. Или находившийся, пока вы не украли его. Я не вор. И с вашей стороны было бы мудро воздержаться от подобных обвинений. В таком случае перейдем к переговорам. Я не представляю, о чем вы говорите. Разумеется, вы все понимаете. Просто назовите цену. Мисс Крофт, вы глухая? Озвучка, кстати, нравится. Я не знаю. Посмотрим. Вы будете умолять о пощаде, как в прошлый раз. Убейте ее! Убейте ее немедленно! Ни хрена вы, мастера. Вам. Да. Стреляйте! Стреляйте! Да. Стреляйте! Да, вот это нифига, вот это шпинцы. Ты куда побежал-то? Откуда ты их достала? Простейший этикет. Не приходить на вечеринку с пустыми руками. Несомненно, Такамото вернулся в свой пентхаус. Не иди за ним, Лара. Его люди будут ждать. Его приемная ловушка. Я знаю, что ты их любишь, но в данном случае это действительно плохой вариант. Если я не могу спуститься, я поднимусь. Как мне попасть на крышу? На крышу?
Есть лифт. О, какой услужливый. Оставь. Большое спасибо. Наверху идет строительство. Лара, у меня плохое предчувствие. Поэтому мы должны решить проблему с другой стороны. А конкретно с крыши. Нисимура дал мне ключ от лифта. Я пошла. Так. Подожди, перед тем, как я пошла. Пошла она. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто там просидел и ничего не знаешь. Все вроде с оружием, это еще есть. Все, да? Я босиком. Стоит только бокалов набить, и все. Я обезврежен. Я обезврежена. Так получается. Так, это лифт. А, подождите, там же еще что-то было. Тоже лифт, если я не ошибаюсь. А там тогда что было? Что за дверь? Ну, через которую я вошел, ну, по идее. Ну, да ладно. Сейчас мы узнаем, что здесь, да как. Тишина. Странное место для мотоцикла. И какого красивого. Это просто преступление держать такой мотоцикл на крыше. Давай. Видишь здание через дорогу? Это и есть резиденция Такамото. Он должен быть на верхнем этаже. Потребуется немного фантазии. Так. За это Нисимура предъявит тебе счет. Что за вечеринка, если ничего не разбили? Ну-ка. Ага. Все понятно, значит, я правильно все делал. Ползи. Давай, 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 давай. Хоп. Ну, я думаю, такой девушке, как себе, простят многое. Смотрите, тут какие-то рекламные щиты показаны. Кран, все время что-то. Все время что-то в городах строится. В Тюмени что-то строится. В Санкт-Петербурге строится. Там, вот в Москве, кстати, что-то я не видел, чтобы строилось, конечно. Так что может строиться на окраинах. В центре-то все построено. А там прям в центрах строят. Среди. Так-то красиво, да, небоскребы. Кстати, в Call of Duty недавно играли же там. По Гонконгу, что ли, мы там ходили. Давай, что, разрушаемое, да? Как вот тебя тут? Ай-яй-яй-яй-яй, подожди. Давай. Смотрим. Да я думаю, что тут есть какой-то небольшой секрет. Нет, 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 тут нет почему-то. Видимо, только в заброшках такие есть. Ладно, пойдемте, вот этот ящик будем двигать, я его там приметил, пока ковырялся. Только я, правда, не знаю, он ли, не он ли. Ну ты чё стоишь-то? Ага. Смотрите. Подобрал что-то. Значит, в ящиках тоже бывает что-то спрятано. Как у тебя открыто? Какая потрясающая конструкция. Ну, я знаю, что конструкция. Как мне с собой быть-то?
Ты как-то открываться же должна. А, вот оно что. Вот оно как. Открывается. Коробка-то нет? Ага. И куда тебя? Подожди, подожди. А тебя куда-то надо? Девать. Мотоцикл есть. Лара, что ты собралась делать? Только послушайте. Разгон до 60 всего за 3 секунды. Осторожнее там. Внизу дороги намного лучше. Блин. А куда я должен был на нем ехать-то еще? Давай. Мне нужен максимальный разгон. Сейчас. Вы увидите прыжок. И немножечко еще. Давай. На. Лара, ты с ума сошла, Лара. Прошу прощения. Ой, господи, не успел нажать, думал там это без меня все сделается. Давай. Куда? Вперед. Лара, ты с ума сошла. Вверх. Опа. Вниз надо было. Вперед, вверх, вниз, все понятно. Осторожнее там. Внизу дороги намного лучше, чем наверху. Вперед. Лара, ты с ума сошла. Вверх. Вниз. Опа. Спаслись. Никогда больше так не делай. На этом мотоцикле не буду. На этом мотоцикле. Да нет этого мотоцикла больше. Давай. Спокойно. Ага, значит мне в любом случае туда. А куда мне надо? На люльку что ли? Ну-ка сейчас мы, подождите, определимся. Куда мне тут надо будет? Хоп. Давай. Когда она прыгает по своим скалам, они хотя бы не уходят у нее из-под ног. Не знаю, о чем она думает. Она сумасшедшая. Но мне туда я надо. Я слышу будет тебя, и это мне немного мешает. Прости, Лара. Умолкаем. Скорее всего, тебе по силам их сдвинуть. Кажется, пришло время переставить мебель. Можно разбить. Разбить. Вот так.
И труселя, смотрите какие. Опа. Так, а как мне туда попасть? А, вот так и попасть. Ну-ка, давай-ка, свали отсюда. Давай, вперед. Так, уже хорошо. Вот так. Дальше. Надо вот так вот раскачаться. Подожди. Вот так. Раз. Раз. Два. Контрольная точка. Хопаньки. Давай, тащи, 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 тащи. И вот сейчас мы запрыгнем на нее. Хоп. Хоп. Нет, 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 нет. Где моя контрольная точка? Давай, тяни, 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 тяни. Раз. Хопа. Хопа. Подожди. Развернись. Два раза на одни и те же грабли-то. Ага. Вижу. Подожди. Вот так. Ой. Так, блин, аптечки, лошадка. Ну-ка, за лошадку я получу аптечки. Это не лошадка, это собака. Да, становится все хуже. Это похоже на завод Якудзы. Тогда посмотрим, нельзя ли прикрыть его. Ну-ка. Ага. Все понятно с вами. Так. Ну, гранаты-то я вернул. Я оружие пополнил. Единственное, что у меня одна аптечка. И меня это опечаливает. Заходим. Что так мрачно-то? Вниз или вверх? Так-то он говорил, наверху у него все находится. Но я уверен, что внизу у него. Вот так я и думал. А теперь пошли наверх. Босиком. Блин, собаки там. Не верю, что они не знают о твоем присутствии. Мы увидим их одновременно. Куда это я? Вон она! Отвлекайте! Да. Вижу цель.
Давай. Падла. Так, и что мы здесь видим? Похоже, здесь нет выхода. Выход есть всегда, Зип. Сейчас, подождите минутку. Аптечка. Очень хорошо. Так, я посюда зашел. И где же? Давайте. Ага. Механизм. Че, все? А зачем мы это сделали? Оказала им услугу, может теперь они займутся чтением книг. Ищите! Смотрите всюду! Она еще здесь? Она еще здесь? Нет, тебе туда. Окружайте! Давай! Блин. Так. Что мы имеем? Надо сохранить, кстати. Так. Там их может быть больше, Лара. Пожалуйста, будь осторожна. Я постараюсь. Какой чудесный вечер для прогулки. Ха, ты знаешь, что это значит. Я приму димингидринат. Блин, ползти наверх придется. Ну ничего, мы и к этому готовы. Полезли. Давай, еще немножечко. Ой-ой-ой-ой-ой. Сюда. И оп, залазь. И оп, с красивым выходом. Немножко сюда. Контрольная точка, это неплохо. Развернем. И куль биты. Давай. Давай. Вот так. Смотрим в эту сторону нам. Никак, блин. Вот. Вот покуда мне надо. Ползи. Пожалуйста, не смотри вниз. Я не боюсь высоты, Алистер.
Да нифига. У меня от нее кружится голова. Паскала по таким лазил. Не хочу жаловаться, но мне нужно сосредоточиться, если вы не против. А как мне тут быть? А как же быть? Блин. Так, я никак ее не мог развернуть. Ну-ка. Блин. А как ее тут развернуть-то? Как-то же надо ее развернуть. Давай, тяни, тяни, тяни. Вот эту там мы развернули. Не совсем понимаю, куда тут можно. Давай, ползи. Вниз не смотри. Давай, давай, давай. Тогда маленько по-другому. Пожалуйста, посмотрим. Не смотри вниз. Я не боюсь высоты, Алистер. Зато у меня от нее кружится голова. Тогда вот так вот сделаем. Говорю, а водка! Не хочу жаловаться, но мне нужно сосредоточиться, если вы не против. Вот так вот. Вот. Так, а ты можешь теперь как-то повернуться? Можешь, да? Чтоб обратно на нее-то. Вот так. Вот так это надо было делать. Блин. Что ж. Так, 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 так. А, ну тогда нам не надо, нам надо. Контрольная точка. Давай, ползи. Блин, когда я там наверх-то поднимусь? Сколько можно уже? Ага. Что, стекло есть, нету? Быстрее, она долго не выдержит. Быстрее, Лара. Они вот-вот треснут. Это был... Что за халтура-то? Есть. А я смог. Давайте. Отвлекайте, окружайте. Отходи! Нашли что-нибудь? Так? Она где-то поблизости. На как тебя туда достать? Тебе достать-то оттуда. Окружайте! Обходи! Подожди. Обходи, я тебе обойдусь-то. Чё
тут есть. О, вот так вот еще можно. Ни хрена себе. Подожди-ка. Не помогло, да? Отвлекайте. Она еще тут. Давай, куда я должен деться? О! Мне кажется, не обязательно тебя убивать-то. Может, вообще не обязательно убивать. Стоп. Видишь этот пулемет? Да. Думаешь, ловушка? Да, будь осторожна. Ну-ка. Камеры, ага. Ну, есть оружие. Понятно. Понятно, все с вами. Ну-ка, вот этот. Что-то отключает? Удачи в размышлениях. Ни хрена себе! Ну, спасибо вам! Подождите, заткнитесь все. А подождите. Вот так. Вот это и есть практическая польза искусства. Вот так. Где ты? Получилось. Ты ранена? Я в порядке. Не хотелось бы повторять это. Чё, меня так приглашают прямо-таки? Ну-ка, давайте оглядим. Вот это я могу передвинуть. Ну, давай, передвинь. Тебе не следовало сюда приходить. Это мои владения, а не одна из твоих тухлых гробниц. Расскажи мне о мече, Такамото. Что насчет меча? Почему он так интересует вас, мисс Крофт? Дай мне взглянуть на него, и я скажу. Твоя настойчивость убьет тебя. Да! Ловим его. Так. Ну-ка вот сюда. Тяни. Понятно. Иди сюда. Давай. Тяни. На. Разбили окно. Я восхищаюсь твоим прямолинейным подходом. Хорошее окно было. Так, у меня что с гранатами? С патронами? Стоять. Я могу это... Ой.
Второй где? Вот так. Хопаньки. Так, ну дробовик-то так неохота менять, потому что так бесполково будет. Ну, в лифт можно, конечно, сесть. Но тут же есть оружие, я же видел. Вот так. Я не знаю, то есть солдатик нужен собирать, нет? Нет. Видимо, все-таки солдатик нет. Ой. А зачем мы его можем толкать? Не понимаю, зачем мы его толкаем и куда? Наверное, от этих вот отбиться. Ладно. Поднимаемся. Что выше. Ты скажешь теперь? А что мне сказать? Что ты хочешь услышать? Сожаление. Не услышишь. Проявила неуважение ко мне. Ты ворвалась в мой дом. Тоже мне шатун. Ты убила моих людей. Я упростила твои платежи, а теперь я позабочусь и о твоей недвижимости. Ты говоришь об этом? Нет. Это самая ценная вещь в моей коллекции. О твоей потенции. Почему это? Отстрелил. Я люблю добывать вещи, принадлежавшие мертвым англичанам. В данном случае крестоносцу. Некоторые поговаривают, что этот вояка был одним из рыцарей короля Артура. Не знаю, где этот идиот нашел артефакт, но он гораздо древнее 11-го столетия, когда вы ютились в хижинах из глины. И поэтому ты готов скорее умереть, чем расстаться с ним? Нет. Вот поэтому. Магия. Что же ты скажешь теперь? Удовлетворил твое любопытство. Время умереть. На этот раз тебе не повезет. Что же ты скажешь теперь? Ты зря сюда пришла. Что же ты скажешь теперь? Ты понимаешь, Лара Штро? Блин. Артефакт мой. Твои движения не уверены. Я удовлетворил твое любопытство. Пришло время умереть. Ты поплатишься за свою глупость. Ага, вот так вот. Я удовлетворил твою любовь. Пришло время умереть. Твои движения неуверенные. В мои движения еще ты как уверены. Ты поплатишься за свою глупость. Ты зря сюда пришла. Ты зря сюда пришла. Твои движения неуверенные. Нормально. Я удовлетворил твое любопытство. Пришло время умереть. Твои движения неуверенные. Ты поплатишься за свою глупость. Твои движения неуверенные. Ты поплатишься за свою глупость. Убийца. Гори в аду. Давай, вот. Буду. Ну вот и но все. Без тебя. Ты видела, на что он способен? Да, Алистер, я видела. Вертолет Нисимуры ждет тебя снаружи. Отлично. Скажи ему, что он мой новый любимчик. Надеюсь, не обманет.
Давай, вытягивай меня отсюда. Ох ты! Как благодарю вас, Нисимура-сан. Я очень рада видеть вас здесь. Я тоже рад, что все в порядке. Что с Такамото? Где он? Зависит от того, как он себя вел при жизни. Кстати, у меня есть кое-какие сведения о Дженсе Ратланде. Не хочешь посетить Ган? Безусловно. Африка один из моих любимых континентов. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока.